Всем приветики. Я хотел бы вам показать, что делать, если вы вдруг увидели у себя где-то какого-то мотылька или, не знаю, муху, и не хотите ее давить, там и все такое, и, ну, просто как от нее избавиться. Вот. Ну да, лучше всего не давить, зачем, как бы. Это же не то, что там, я не знаю, какой-то там, я не знаю, вредитель или что. Просто мотылек, который залетел случайно в окошко, его можно выпустить. Как это сделать? Допустим, вот если у вас сидит где-то мотылек, где-то вот, вы можете его просто аккуратненько подойти к нему тихонечко и накрыть сверху стаканом, как это сделал я. Вот. А когда он будет в стакане, он будет сидеть там посередине, накрытый стаканом. А когда он прыгнет на сам стакан, чуть-чуть приподнять и подсунуть что-то. Вот, а дальше вынести в окошко. Вот он, мотылек, сидит. В стаканчике вон он. Залетел ко мне. Я решил его выпустить и показать вам, каким образом можно это сделать. Просто некоторые не понимают, как его можно... Ну, что с ним делать, как его можно убрать. И единственное, что могут придумать, это хлопнуть по нему чем-то. Но зачем? Можно его просто вот посадить в стаканчик. Он сидит. И выпустить в окошко. Все, что вам нужно, это вытянуть руки в открытое окошко, убрать эту штуку, ну, повернуть вот так, и убрать эту штуку. И он вылетит. А если не вылетит, тряхануть, и он вылетит. И все. И все хорошо. Собственно, что мы сейчас и сделаем. Просто выпустим его в окошко. Такого вот мотылька. Да. Ну, кстати, еще хотелось бы добавить, что мотылек не безобидный. И, в принципе, вы можете его закрыть даже рукой. То есть, вот таким вот образом. Кстати, это мой новый кошелек, да. У меня просто раньше не было кошелька. А сейчас я себе купил кошелек. Классненький, кстати. Вот. И все, в принципе, рукой закрыли. Он не укусит. Вот. Остается его только вынести. Что мы сейчас и сделаем. Хотя, если это будет какая-то оса, потому что осу можно закрыть тоже. Вот она может укусить, тогда рукой нельзя. А мотылька запросто. Мотылек, он безобидный. Вот, ну и сейчас выпустим. Ну вот, это такое уже продолжение жесткое. Спустя 15 дней почти что. Начинал записывать 16 марта, а это, получается, продолжение уже 30 марта. Что случилось? Почему столько дней прошло? Я до сих пор его не выпустил. Дело в том, что я когда понес его на балкон, открыл этот... Руку убрал отсюда, как бы, ну не отсюда, а с другого стакана. Он куда-то полетел, и я не понял куда. Просто еще до окна не донес, ну и рано руку убрал. И он улетел, и я ее не смог его найти. Потом, спустя несколько дней, он уже на кухне летал, его мама рукой махнула, хотела поймать. И он куда-то улетел, и я не понял куда. Я подумал, она его задавила. Я расстроился, что хотел выпустить, а вдруг она его задавила. Но нет, он просто куда-то улетел. А сегодня я зашел на кухню 30 марта, спустя 14 дней. И раз он опять летает. То есть он где-то все это время сидел. Ну, я его накрыл уже другим стаканчиком. Потому что тот стаканчик у меня уже... Вон, в нем цветочки стоят. Готовимся к Пасхе, понесем это все родным. Вон тот стаканчик, вот они красивые цветочки. Да. А тут вот он... Мотылек, надо пойти его сейчас выпустить. Так что, все, сейчас я буду аккуратненько. Это тоже другой стаканчик. И мы его сейчас выпустим. Ой-ой-ой, он на кухонном столе, он стол, наверное, липкий. Сейчас я его выпущу. Не, все нормально, он не прилип. Сейчас я его выпущу. Но перед тем, как выпустить, вот он, кстати, лайфхак, как его поймать. Вот он сидит, допустим, просто поднесли. Вот он сидит, где-то его поднесли, аккуратненько накрыли, все. Дальше начинаете подводить. Он раз такой. Опа, начинает прыгать. И ждите, пока он запрыгнет вот как раз-таки на стакан. И когда он окажется на стакане,
тогда просто приподнимаете и туда подсовываете даже просто бумажку какую-то или тетрадку. И все, и стакан будет уже стоять на тетрадке, и он там внутри. И дальше просто руку подставляете, ну или так с тетрадкой в окно выкидываете, и все. Вот. Вот надо просто, чтобы он сел на стаканчик. И под стаканчик, и потом стаканчик поднять, и что-то под него подставить. Вот. Ну, в общем, я думаю, суть вы поняли. Все. Пусто. Я высунул, он еще сидел на краешке, я вытряхнул. Вот таким вот образом можно выпустить мотылька.